Здравствуйте! Зима перевалила вторую половину, и все садоводы-огородники, а также жители всех загородных домов начинают беспокоиться о своем загородном саде. И сегодня этот ролик рассчитан именно на вас. Вот я сегодня вам нарядилась вот в такой передник. Я его когда увидела, я просто в него влюбилась. Изготовлен он из материала очень прочного качества. Называется это материал Оксфорд. Посмотрите на меня. Масса различных карманов, которые на липучке. Вообще чудо. То есть каждый садовод-огородник знает, что когда наступает время, нужно идти в огород. Всегда мы сталкивались с этой проблемой, как донести инструмент. Всегда носили или вот такие корзины с собой, ну все что угодно. Я вам показываю. Это просто чудо. Посмотрите, я их собираю. Гору различных инструментов, различных и колющих, и острых, и все. Материал настолько прочный, что я вот так могу все разместить, пойти в грядку или куда-то к своим цветам любимым. У меня ничего это не падает, никуда не разлетается, все находится в одном месте. И самое главное, что я нигде по огороду это все не растеряю. Что еще очень важно? Материал этот водоотталкивающий, грязеотталкивающий. Ухаживать за ним одно удовольствие. Протираем тряпочкой и вешаем обратно в шкаф. Красота и только. Далее что? Вверху фартуков большое количество. Показываю. И с такими карманами, более глубокими. Есть фартуки, которые рассчитаны на людей, которые, к примеру, вот вы занимаетесь монтажом, то есть у вас маленькие шурупчики, маленькие гаечки, вам нужно построить там сарай, покрыть крышу или еще что-то. У вас маленьких шурупчиков целое горище. Вот такие маленькие карманчики, которые очень удобные на клепках. Не оттопыривается ничего. Сюда вы можете поставить отвертку, можете поставить различные рулетки. Вы их не потеряете, все будет в одном месте. Как я сказала, материал очень прочный. Инструментами проколоть его невозможно. Интернет-магазин Хитсад подготовился к сезону, так что заглядывайте к нам и покупайте наши фартуки. Всего вам хорошего, до новых встреч, пока!